Привет, меня зовут Наташа Кашинцева, и меня сегодня снова заставили пылесосить. Перед нами сегодня беспроводной вертикальный пылесос, но не такой дорогой, как мы обычно тестируем. Это модель бюджетная. Я, между прочим, сегодня подобрала платье, как мне кажется, в тон. Очень часто мы покупаем пылесос такие темные, черные. А вот китайская компания решила, что нужно в доме добавлять каких-то светлых красок. Ну, посмотрим, на что вообще эта модель способна. Удобная ручка, пылесос очень, как мне кажется, компактный, он с вертикальной парковкой, у него вот такая вот подставка, которая собирается из двух частей. У пылесоса здесь есть элементы питания, вот здесь вот такая штучка, собственно, которая так входит в паз. А сам пылесос с такой щеткой, она ходит вверх-вниз, вправо-влево, правда, поворачивается, но с небольшим трудом. Дальше у нас идет пылесос, который отделяется от этого, становится уже ручной пылесос. Не всегда он вставляется очень быстро, если честно. У меня с этим как-то уже не первый раз возникают проблемы. Тут нужно кнопочку вот так зажать. О, все, вставила. Видимо, нужно просто на пол его поставить и сделать это пожестче. Дальше, собственно, ручка, которая, если нужно, складывается. Мне кажется, это неплохо. То если пылесос нужно перевести на дачу, не нужно его прям весь разбирать. Управление пылесосом, оно находится прям под рукой. Здесь есть 4 кнопки: включить-выключить, сделать мощность посильнее, послабее и включить режим турбощетки. Есть у нас здесь еще основная кнопка на втором пылесосе и индикатор заряда батареи. Когда он полностью заряжен, горит 3 световых сигнала. Вот, смотрите. Мне нравится, на самом деле, как компания BBK расположила свои кнопки, потому что, когда пылесосишь, видите, где у меня рука находится, ты не задеваешь их, и он не выключается в тот момент, когда тебе не нужно. Нельзя сказать, что это самая легкая модель, потому что весит он 2,8 килограмма. Я знаю, что есть беспроводные пылесосы полегче, но все-таки это не тяжелый. Я его спокойно поднимаю одной рукой, и второй рукой, и двумя руками. Фильтр здесь циклонного типа. Пыль вся уходит, естественно, не в мешок. Здесь контейнер чуть меньше литра, 0,75. Беспроводные пылесосы очень многие называют шумными. Здесь, как мне кажется, производитель все-таки постарался. Здесь всего 75 дБ. Ну, послушайте сами, на самом деле. Это максимальная сейчас мощность. Делаем чуть послабее. Но все это в режиме турбощетка. Сейчас я ее отключу. То есть такой вот жесткий звук трактора ушел, он стал чуть понежнее. Ну, а теперь пришло время показать, как же он работает. У меня тут в руках зеленая гречка и семечки. Это мой самый любимый момент в обзоре, когда можно взять и что-нибудь рассыпать и сделать грязным. Каждый раз я думаю, только бы потом все очистилось. Иначе мне придется чем-нибудь другим это убирать. Приступим к работе. Кстати, прошу обратить внимание на подсветку. Тен-тен-тен. Такие неоновые фонарики у нас тут светятся. Сейчас многие фирмы оснащают свои модели подсветкой. Это удобно, если где-то в темных местах вам нужно пройтись пылесосом. У меня включена сейчас будет турбощетка и самый мощный режим сделан. На самом деле даже уже видна разница. Я специально не стала чистить весь ковер. Вот смотрите, вот здесь у нас остались семечки с гречкой, а здесь чисто он справляется. Сейчас посмотрим, если мы пройдемся чуть дальше, уже на другом режиме, выключив турбощетку. Так, выключаем. Ну, хуже он, конечно, убирается без турбощетки на ковре. Мне кажется, получилось довольно чисто.
теперь давайте посмотрим, на что способен не вертикальный, а ручной пылесос. Здесь есть такая небольшая хитрость. Управлять мощностью можно только на основной ручке. Поэтому, когда вы достаете ручной пылесос, если вы уже задали какую-то силу, например, вторую, то он будет работать на ней. Вы уже не можете это менять. Для того, чтобы изменить силу всасывания, вам нужно снова вставить ручной пылесос в основной стик и поменять. Производитель нам предлагает специальную еще насадку. Такая щеточка на стойке. Специально придумано под нее место, поэтому ничего не потеряется. Такой пылесос, конечно, удобно иметь где-то в машине, чтобы если что-то рассыпали, то можно его взять с собой. Турборежима нет, и ручной пылесос уже справляется, например, с теми же семечками и гречкой не так хорошо. И когда мы работаем ручным пылесосом, минус вот из этих щелей, все-таки идет так сильно воздух, что все немножечко разлетается обратно на пол. Мощность у пылесоса 100 ватт, и наверняка вы знаете, как пылесос обычный, например, поступает с обивкой, если вдруг вы решили пройтись по дивану. Все поднимается, чехол бы у нас уже просто вот так вот взлетал с пылесосом. Нет, этот ведет себя довольно нежно. Сейчас мы пойдем к тумбочке. Я рассыплю немножечко сахара. Это будет имитировать пыль. И посмотрим, может быть, действительно ему подходят такие вот легкие задания. Я специально пропылесосила только одну половину тумбочки, чтобы вы видели разницу. Здесь действительно у нас остался сахар, имитирующий пыль. Ну, здесь тумбочка чистая. Да, видимо, это пылесос для каких-то вот не текстильных поверхностей или не для дивана с чехлом, который поднимается за пылесосом, и не для семечек, там, гречки, в общем, не для тяжелой какой-то пыли или частиц, а вот... Собственно, картины, наверное, еще что-то можно вот так вот ходить и чистить. Вот у нас тумбочка, например, стоит, смотрите. Из-за того, что мотор и вся вообще часть пылесоса основная находится внизу, он не пролезает под такие тумбочки. Нужно повернуть, скажете вы. Хорошо, поворачиваем. И дальше он тоже все равно врезается. Довольно толстенький, он в какой-то момент даже бочком не проходит просто под такие вот предметы мебели. Сейчас хочу показать, насколько вместительным оказался контейнер пылесборника. Я убиралась этим пылесосом еще дома, поэтому здесь, конечно, особенно волос, слишком много. Циклонные какие-то фигуры, а внутри, внизу, в самом нашей лежит гречка и семечки, которые мы сегодня с вами рассыпали. Посмотрим, что же стало с щеткой, потому что волосы у меня длинные, а компания BBK, конечно же, не предусматривает никакой системы анти-тенгл. Как вы видите, волосы удачно замотались. Можно несколько месяцев вот так вот пропылесосить, а потом пойти просто сдать в парикмахерскую свои волосы. Китайцы посильнее, видимо. О, открыла. Все. Вытащили вот эту вот всю красотищу. Видимо, здесь и ножницами нужно поработать, чтобы все вот это вот очистить добро. Но, слушайте, 3710 рублей. Не все сразу. Два пылесоса в одном. Когда-нибудь фирма BBK, наверное, сделает себе щетку поудобней. Беспроводной пылесос компании BBK Electronics, ну, подойдет в качестве дополнительного устройства для дома. Он понадобится вам, если вы рассыпали, я не знаю, там сахар, крупу, нужно быстро что-то прибрать, сейчас придут гости. В общем, поддерживайте ежедневно свой дом в чистоте. Ну, также, естественно, если вдруг захотите прибраться, например, в автомобиле. Собственно, вот такая новинка от китайского производителя.